Я хочу сейчас придать огромный привет ВСУ. Их, как они себя называют? Киборги, ебать. А, некому, блядь. Я их называю не киборгами. И Гиви их называют не киборгами, а не иначе, как пидоргами, ебать. Ну, гробики, блядь. Да. Или просто мясо, которое присылают нам украинские эти войска. Да, в больших количествах поставляют в аэропорт. Приезжают на бронетехнике, привозят их. Мы им даем пизды. Их опять оттуда вывозят. И так происходит каждый божий день. К сожалению, то, что они там показывают все, какие они замечательные герои, какие они бесстрашные, как они там сидят на позициях. И они бы не усидели там на позициях даже суток, если бы они там находились постоянно. Просто каждый день проводят им ротацию. Ротацию, потому что каждый день они умирают. Большими партиями. Да, большими партиями. Ну, как бы страна требует героев, пизда рожает дураков, ебать. Да что там, блядь, говори правду, блядь. Вот это, блядь, вот это ихние, блядь, заявки, что у них один 300-й там. Пиздец, все это чистой воды, блядь. В день минимум умирает 30-40 человек, блядь. Это только здесь, нахуй. Если бы у них, блядь, один 300-й был бы, блядь, они хуй бы, нахуй, блядь, ротацию проводили. Каждый раз, когда техника приезжает, сжигается, или, блядь, в жопу им прилетает РПГ-7, блядь. Козлам, блядь. Очередная тушенка для Украины, блядь, ебаный в рот, блядь. Я да. Понимаю, что на шишках долго не протянешь, надо свое мясо закрывать. Приятного аппетита. Да. Ну, пускай, ну, если матерям не жалко своих сыновей, если украинские военные считают себя героями, пока они находятся или на оккупированной территории, на территории Украины, когда они приезжают в Новороссию, они понимают, куда они попали. Только в тот самый момент, когда они попадают в нас. К нам в ад. Самый настоящий ад, который мы им можем устроить. Большую круглую жопу. Да. Ну, в принципе, укропа там много, да. Мы можем шинковать укроп до того. Даже если нас не станет, придут на наши места другие люди и будут продолжать наше дело. Мы самые смелые, самые безбашенные. Пускай, блядь, по нас пишут, что хотят. Но мы не накурены ничем, в отличие от этих дебилов. Всякие зелененькие таблетки мы не едим, как они, блядь. Гондоны, блядь. Конченые. Все равно все поддохнут. Они все умрут, блядь. Однозначно, нахуй.